Приветствую, друзья, с вами Артур, и сегодня хочу вам показать, сделать такой кратенький обзорчик предпродажный портативного телевизора Citizen ST775. Я вот сейчас ближе подведу камеру, посмотрите, какие диапазоны он улавливает. Это у нас High Definition STN моделька, то есть, грубо говоря, телевизор высокого качества. Снизу у нас находится динамик небольшой и две кнопки тюнинга. С левой стороны у нас кнопка включения, и сразу вы включаете в какой режим приема сигнала вам нужно. Также ниже находится разъем для внешнего блока питания и раздвижная антенна. С другой стороны у нас аудио-видео выход, громкость и яркость дисплея. Яр — это у нас подключение наушников, вот этот вот разъем. Вверху у нас ничего нету, снизу в принципе ничего нету. Единственное, что есть, нажимать для открывания батарейного отсека. Вверху у нас вот такая вот табличка модели ST755IA. Внешний блок питания 6 вольт. Ну, в принципе, особо важного здесь ничего нету. Вот так вот открывается еще ножка, регулируется. То есть можно на подставку вот так его ставить для просмотра. И это все чудо работает от трех пальчиковых батареек. То есть батарейки 3 штуки типа 2А. Давайте я разложу антенну. Антенна у нас... Вот, можете сравнить его, и вот такой вот длины у нас антенна. Я сейчас открою окно и покажу плюс-минус, что он ловит у меня, но... Ну, четко сигнала я здесь не нахожу. Видно, что что-то он ловит. Кстати, был вот здесь на дисплее прижато, и есть точка на самом дисплее. То есть трещина пошла по защитному пластиковому стеклу, но на самом дисплее есть просто точечка. Вот. Сейчас я чуть-чуть иду, не знаю, насколько вам видно. Зеркалит камеру, ну вот там красное небольшое пятно. И давайте вот, вот, кстати, сейчас даже текст какой-то видно. То есть вот он находит каналы просто. Вот даже на улицу высунули, даже картинку видно, чьи-то лица. Но звука при этом четкого даже нету. Вот опять, ну, вроде новый канал или что, мигает справа эмблема. Но как-то сигнал не четкий, как вы видите. Вот поворачиваем антенну. Вот даже галстук чей-то видно. В общем, друзья, не знаю, возможно, на улице или где-то ближе к вышке это чудо будет работать лучше, но в домашних условиях это примерно вот так вот. Хотя я очень далеко нахожусь от нашей телевизионной вышки. В общем, дальше покупаете на свой страх и риск. Не знаю, насколько он качественно и клево будет показывать. За обзорчик ставим лайки, подписываемся на канал. Вот здесь, кто не подписан, всего наилучшего. До новых встреч, пока.